Ну, у тебя классно. Мицки, да, все. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас прощенное воскресенье. И хотел бы начать нашу программу «Царскосельские встречи» с отрывка, с маленьких стихов, но очень важных. Александра Володина стихи. «Простите, простите, простите меня. И я вас прощаю, и я вас прощаю. Я зла не держу, это вам обещаю, но только вы тоже простите меня». Сегодня у нас в гостях человек, который прощает всех и вся, в общем, прощает весь мир, по сути, писатель, сатирик, юморист, человек и джентльмен Константин Мелихан. Здравствуй, Коля, еще раз, в третий раз за этот день, вечер, утро у нас передача будет повторяться много. Но ты знаешь, что я хочу сказать, что у нас в гостях Николай Якимчук, то есть я в гостях у Николая Якимчука, великого писателя, известного кинорежиссера, художника и так далее. Но вот я не прощаю, потому что, ну, сатирик, он как раз, как он может прощать, сатирик? Ты знаешь, а вот когда мы возьмем великие сатирики, я тебя безусловно причисляю к этой плеяде, как Свифт, Марк Твен, ведь они сатиры свои, разя и жаля, обнимали весь мир и как бы его искупали и прощали. Вот такая, знаешь, парадоксальная мысль. И мне кажется, ты знаешь, когда я читаю твои книги, вот несколько слов я тебе скажу. Ты прав, я хочу поддержать, угу. Потому что я просто забуду сказать, а ты продолжишь. Угу. Я хочу сказать тебе, что вот твое высказывание напоминает высказывание о юморе. Я его задал Фазилю Искандеру, но оказалось, что он уже это и печатал и так далее. Что такое юмор, что такое сатира и так далее. Вот. И он сказал вот то же самое, что ты, но он сказал так, что вот когда человек упал на самое дно самой глубокой пропасти, и вот когда он оттуда поднимается, вот эта ирония возникает, вот это и есть юмор. Вот самый настоящий юмор, когда ты поднимаешься со дна пропасти. Так. Скажу тебе больше, ведь когда я читал твои книги, я читал их с самого детства, а ты писал, наверное, вот одна детства. Из книжек, Антон нам сейчас покажет, которую я подарю в конце передачи самому лучшему слушателю. Им окажется Николай Якимчук. Так вот, смотри, какая история. Я читал твои тексты с детства, и должен тебе сказать, что там много и лирики. Вот это редкое сочетание. Ты знаешь, у кого есть лирика из писателей-юмористов-сатириков? Почти никого. Ну, у Жванецкого такая, правда, одесский, да, такой, да, да, колорит, да, да? Да? И у тебя, когда я читал твои книги, изданные в 90-е годы, и, наверное, и раньше еще, я был поражен, что ты на самом деле лирик. Но каким-то невероятным образом у тебя есть такой внутренний переключатель, тумблер, и ты вдруг мгновенно переключаешься в какую-то странную, сатирическую, иногда абсурдную, прозу. Скажи, пожалуйста, а вот кто твои учителя, кто на тебя оказал влияние именно в литературе? Это займет просто очень много времени, очень поэтому я просто хочу сказать, что вот Николай Якимчук, который является сегодня не моим гостем, а я являюсь гостем Николая Якимчука, с которым мы дружим уже много лет, десятилетий, вот он сказал, что я переключаюсь на лирику, ну, во-первых, сочетаю лирику, там, трагедию, да. И так далее. Вот. Я хочу ответить фразой Михаила Афанасьевича Булгакова, который сказал: писатель должен уметь делать все. И вот «Мастер и Маргарита» там как раз все. Почему мы любим этот роман? Потому что там все. Там и детектив, там и лирика, и сатира, и юмор, и бытописательство. Ну все абсолютно. Круглое такое. Исторический роман. Исторический роман, да, и история, и религия. Ну, абсолютно все. Почему «Мастер и Маргарита»? Была статья в «Литгазете» одного, значит, литературоведа, ну, лет 15, может быть, 20 назад, что «Мастер и Маргарита» — это бульварный роман. Что это просто Россия, незнакома вот с такими романами. Мировой литературы. Да, да. Что она... А оказалось, что это и мировое. Скажи, мировая литература. Вот, коли ты заговорил Булгакова об этом романе, а вот для тебя Воланд — это Сталин отчасти или нет? Нет, Воланд для меня это такой, это в общем, Люцифер. Мне Люцифер нравится больше. А какие здесь градации? Вот Люцифер, Воланд, как ты тут различаешь?
Ну, Люцифер — это такое светящееся, это от латыни, от латинского слова. Люция, Лючий, Санта-Лючия. Короче говоря, ведь это же падший ангел, правильно, Люцифер? То есть это тоже бог, только это другой бог. Вот. И вот он прилетел в Москву, приехал и... Что... Ну, а имел в виду все-таки, как ты думаешь, Булгаков, когда писал Воланда, имел в виду Сталина? Как ты полагаешь? Вот у меня есть догадка, что имел все-таки. Отчасти. Я думаю, что твоя догадка правильна. Он имел в виду и Сталина, и же с ним, и всех диктаторов. Вот. Но в то же время я хочу сказать, что Воланд парадоксально... положительный герой, потому что он раздает всем, так сказать, сестрам по серьгам. Блага. Знаешь, я, пожалуй, изменю... А не соблазняет ли он? Я изменю свою точку зрения. Костя. Я изменю свою точку зрения. Я скажу, что все-таки он не имел Сталина, я сейчас так подумал. Угу. Он все-таки был против Сталина, хотя это антисталинский роман. Вот. Хотя он со Сталином дружил, точнее, Сталин с ним дружил и много ему позволял, как ни странно, сатирику. Ну, давай. И все время же скажу, Булгаков, что... Булгаков писал Сталина. Вот я тебе, кстати, хочу просто... Вчера я подумал, такая интересная мысль. Ведь, понимаешь, сейчас ты напишешь письмо нашим правителям, ну, мы знаем там, да, и Дмитрию Анатольевичу, и Владимиру Владимировичу, и ответа ты никакого не получишь. А я как раз хочу... А как ни странно, Сталин отвечал иногда некоторым писателям почему-то, при всей загруженности, тому же Михалков рассказал очень смешную историю, как он говорит, не знал, можно ли печатать сатиру и басни в сталинское время, говорит, не понимал. И он послал Сталину письмо с вопросом, можно ли мне басни вообще писать в Советской России и печатать их. Сталин ему ничего не ответил, но эти басни появились в «Правде» через несколько дней. Смешно. А я знаю, знаешь, что ты мне напомнил... А сейчас ведь никто, Костя, не ответит нам с тобой. Вот если мы напишем письмо по какому-то поводу наверх, как ты считаешь? Коля, подожди, ты мне потом ответишь, прежде чем задашь этот вопрос, прежде чем я отвечу, я хочу сказать, что вот ты мне напомнил случай про наших гимнюков, которые написали гимн. Это, значит, был Сергей Михалков, Эль Регистан, как бы, значит, второй человек, как бы, типа, не русский. И автор музыки кто был? По-моему, Александров. Григорий Александров. Угу. И Сталин их вызвал и говорит, что бы вы хотели. То, что гимн такой, действительно, гимн классный. Конечно. Просто, ну, плачешь все время. Я все время вот рапортовал и голосовал все время за гимн, и все-таки его вернули. Сейчас вот я хочу вернуть наше красное знамя, но на нем можно двуглавого орла вместо звезды. А не актуальная сейчас, извини, такая, может быть, шутка, не шутка, а полумесяц там со звездочкой. Полумесяц со звездочкой? Мы же имеем... Нет, в виду, это другая цивилизация. Сейчас, да? Хотя у нас 20 миллионов мусульман, вот но у нас мусульмане совершенно другие. У нас, да, ты знаешь, не будем... Не это... будем, да. Да, так, так вот, значит, и Сталин спрашивает, он их собрал, их троих, говорит, гимн получился хороший, что вы хотите, вот, Эль Регистан, он спрашивает. Тот говорит, я хочу машину личную. Хорошо, говорит Сталин. Дальше спрашивает он автора слов Григория Александрова, что вы хотите... Михалкова. Автор слов Михалков. Нет, автора музыки. Музыки. Да, автора музыки, угу. Григория Александрова. Что вы хотите получить за свою музыку? Ну, Григорий Александров говорит, ну, я бы хотел бы дачу. Хорошо, говорит Сталин, будет дача. Ну, а вы, он спрашивает Сергея Михалкова, что бы вы хотели? А Сергей Михалков, а вот у вас тут карандашик такой вот, с одной стороны синий, с другой красный, которым вот вы подписывали, что вот можно вот этот карандашик мне? Конечно, можно, сказал Сталин. И Михалков в итоге получил карандашик, и дачу, и машину, и сталинскую премию. Вот совершенно верно. Вот замечательная история. Кость, значит, смотри, вот тем не менее, смотри, как мы вышли, значит, Булгаков для тебя важная фигура в сатире и юморе 20 века. В той или иной степени, наверное, Михалков. Кто Михалков еще? Ни в коем случае, потому что Сергей Михалков, ну, он как детский писатель, как детский, конечно, да. Дядя Степа, на него даже была пародия Александра Иванова, кстати, очень такая злобная, шел трамвай, 10-й номер по Садовому кольцу, мимо ехал на машине сам писатель Михалков. Ну вот, ну гораздо лучше. Эпиграмма, которую написал на Михалкова, такой был Виктор Ардов,
который писал еще для Аркадия Райкина, ну, сейчас его сын священник, вот, а папа был сатирик, и у него такая тоже короткая эпиграмма, а все же басни Михалкова звучат довольно бестолково. Поэту, видно, от Эзопа достался не язык, а точка. Нет, там точка стоит. А все. Что-то. А что-то, а да. Что-то. Костя, итак, значит, кто же тогда, кроме Булгакова? Да масса. Одно время я, когда я прочел Зощенко, я просто не представлял, как можно писать не так, как пишет Зощенко. Мне казалось, что надо писать только как Зощенко. Вот все должны писать. И ты писал такие рассказы? И я писал, начинал, да. И вот мне говорят, что мои детские рассказы, там, вот, допустим, о Рогове, что они вот отдают как бы стилистикой, хотя я особо не замечаю, ну, Зощенко. А Верченко я переболел. Оскар Уальд — это просто вот мой родной писатель, которого я перечитываю. Я не помню ни одной из его четырех знаменитых комедий «Женщина, не стоящая внимания», только название помню. «Веер леди Уиндермир», «Идеальный муж» и «Как важно быть серьезным». Ничего не помню. Афоризмов его не помню. Перечитывал сотни раз. Оскар Уальд. Так. Жванецкий — это... Ну, просто это гений, летописец нашего времени. Причем он пишет так, что он не старается смешить. Сейчас особенно, вот последнее время. Он никогда не старался смешить, вот, чтобы было так вот сочно, смачно, такой вот такой юмор. Он просто пишет логично. И вот я подсознательно, я об этом узнал буквально в этом году, что он пишет просто логично, здравый смысл. Вот. А я вот всю жизнь просто писал... Точно, старался написать точно. И оказывается, точность вызывает смех. Вот точность формулировки. Ты там вроде ничего такого смешного не написал. То есть отсек лишнее, осталось главное. Да, как Роден. Скажи, пожалуйста, я знаю, ты принес какие-то замечательные материалы, видео. Давай посмотрим вообще чуть-чуть. Ну, немножечко. Давай, конечно. Потом мы... Или ты сейчас скажешь, что мы увидим? Нет, а мы сейчас увидим, я уже вижу, что мы увидим. Мы увидим, по-моему, мое первое выступление, это, наверное, 84-го года «Вокруг смеха». А, это 85-й год, да, «Вокруг смеха». Ну, замечательно, давайте посмотрим, друзья мои. Не мешает ему вести серьезные исследования нравов и обычаев так называемых английских джентльменов. Ленинградский писатель Константин Мелихатов. Несколько традиционных вопросов. Должен ли джентльмен провожать из гостей даму, если без нее ему не дойти до дому? Должен ли джентльмен платить за даму в автобусе, если она заплатила за него в ресторане? Должна ли дама просить джентльмена встать с коленей, если она устала его держать? Должен ли джентльмен вытирать ноги, если перед дверью лежит другой джентльмен? Ну и вот несколько таких наболевших ответов. Настоящему джентльмену всегда больно смотреть, как женщина тащит тяжести, но он превозмогает боль. Настоящий джентльмен благодарит врача до операции, иначе не успеет его отблагодарить. Такие вопросы с ответами. Что говорит джентльмен, если он пролил вино на платье дамы? Не волнуйтесь, у меня есть еще бутылка. Как отличить даму от джентльмена? У джентльмена на шее галстук, а у дамы на шее бусы, дети и джентльмен в галстуке. Есть еще такой тип джентльмена, который уважает только дам. Это, как вы догадались, Дон Жуан. Вот несколько таких мыслей из записок Дон Жуана. Женщина обманывает мужчину, когда описывает ему прошлое. Мужчина обманывает женщину, когда описывает ей будущее. Когда вам плохо, мало найти женщину. Надо, чтобы ей тоже было плохо. Когда муж приходит домой рано, он думает, чтобы почитать. А когда приходит поздно, думает, чтобы сочинить. Часто мужчины предпочитают некрасивую женщину красивой, думая, что у красивой больше мужчин, чем у некрасивой. Но поскольку так думают почти все мужчины,
У некрасивой оказывается больше мужчин, чем у красивой. И тогда мужчины вообще не знают, что и подумать. Мужчина как клубок. Когда женщина выпускает его из рук, он распускается. А когда берет его в руки, он сматывается. Сначала женщина говорит мужчине: «Ты мой», и только после свадьбы уточняет, что именно в доме он будет мыть. Я сочиняю короткие мысли, потому что боюсь, что меня не дослушают до конца. Вот несколько таких мыслей обо всем. Животные, которых мало, занесены в Красную книгу, а которых много – в книгу о вкусной и здоровой пище. Глупый абитуриент платит репетитору, а умный – экзаменатору. Совет диетолога. Не можешь уменьшить вес, попробуй увеличить рост. Из автобиографии. У моей жены только одно достоинство. Это я. Письмо в редакцию. Мы с женой поспорили, что такое растягай. Блюдо или рыба? Ответ. Растягай – это приказ. Что такое радость и что такое горе? Радость – это когда ты нашел деньги, а горе – это когда тебя нашел тот, кто их потерял. Ну и последняя мысль. Что главное в охоте на тигра? Главное – с ним не встретиться. Кость, ну мне кажется, ты знаешь, ощущение такое, что я даже был на этом концерте, потому что, ну, всякий приличный человек ходил на эти «Вокруг смеха», на эти программы. Так как ходил, это если в Останкино? Так и в Останкино я ездил, а что ты думаешь? Туда не мог попасть космонавт даже. Ну, космонавт не мог, а я бывал, во всяком случае. Потому что все раздавали, раздавались пригласительные. Я тебе хочу сказать, что потом же Иванов приезжал сюда с этими вечерами в Питер и по всей стране ездил. Нет, он один ездил, да, и второе отделение, кстати, он, Иванов был, Сан Саныч, второе отделение, а первое же Жванецкий на разогреве. Я помню, покупал билеты в концертный зал у Финбана, у финляндского вокзала. Скажи, пожалуйста, вот «Человек и джентльмен», откуда появилась вот это у тебя, так сказать, этот цикл, когда ты начал его писать? Я начал писать его очень давно, то есть в 70-е годы уже я публиковал этот цикл. Бесконечно. Я не знал, что это будет такой вообще эффект по всей стране и по всему миру даже. Потому что тысячи переводов, там сотни переводов в сотнях стран и так далее. Вот. А вообще я хочу сказать, что джентльмен может родиться только в Петербурге. Потому что Петербург – самый джентльменский город. То есть ты себя числишь от Петра Первого. Первый джентльмен был Петр Первый, бронзовый. Потом остальные. Хорошо. Скажи, пожалуйста, вот такая интересная тема. Ты говоришь, тысячи у тебя переводов по всему миру. Но ты, в общем, такой состоятельный миллионер, видимо. Да, после это того, так что кажется. У тебя, наверное, виллы на Майами, в Голливуде. Нет, это так кажется, поскольку сейчас такая у нас эпоха наступила, что все можно украсть из интернета. И не заплатить. Даже если не украсть, а по твоим... Не заплатить, и так далее. Вот. А раньше ты напечатался где-то в Вологодском «Комсомольце», тебе 3 рубля 50 копеек. Конечно. В итоге ты в месяц получаешь 500 рублей со всех газет. А сейчас зарплата 100 рублей была у инженера, понятно. Да? А сейчас твои произведения публикуются вообще под разными именами. Вот здесь есть книжки, может быть, давай... Ну, вот здесь вот книжки есть, так вот, ну, такая книжка «Кивинов». Мы на одну подали уже и выиграли суд. Вот «Кивинов развлекатель». Тут даже очень... «Кивинов», наверное, это какой-то он, же детектив. Он сам не знает, «Кивинов» или «Кивинов». Может быть, он даже и не виноват, потому что это его подставило издательство. Вот мы на одну книгу подали в суд. А что там в этих, там твои какие-то шутки, да, включены? Об этой книжке даже была статья в «Книжном обозрении» или в такой газете. Ну, понятно, да. Что там шутки Оскара Уальда, Бернарда Шоу, Боба Хоупа.
И Константина Милюхана. И даже Константина Милюхана. Так это же хорошая компания, Кость. Ты должен, с одной стороны, гордиться, а с другой стороны, конечно, это безобразие. И, а вот смотри, еще одна книжечка у тебя какая-то есть. Вот интересная. Эта книжка, это как некто Владимир Шахиджанян. Анекдоты «Тысяча и один анекдот про это». То есть все украдено, даже название про это у Маяковского. Вот тут я нашел... А «Тысяча одна ночь» у Шахерезады? Да, около 50 я нашел своих афоризмов. Да. Вот тут, конечно, ни одного его ни афоризма, ни анекдота. Все чужое. Какой-то из Москвы врач какой-то, психиатр, что-то. В общем, он кучу этих книг выпускает. То есть это тоже надо подавать в суд. Вот. Но вот самое, а вот Раневская, смотри, самое интересное, Раневская. Вот, книжка называется «Случаи, шутки, афоризмы». И я нашел тут два своих афоризма. Я сейчас два слова скажу про эту книжку. Я знаю, эта книга дико переиздается. И люди не понимают, что читают Милихана, Жванецкого, а не Раневскую. Да, удивительная история. И причем все время она становится толще, то есть свет погасшей звезды. И написано 200 новых шуток там Раневской. Зачитаешь какие-нибудь, которые... А я помню, вот в этой книжке, тебе? Вот в этой тоненькой книжке Раневской ни одного нет ее высказывания. Вот моих я нашел два. Чем отличается сказка от «Были»? Сказка — это когда женился на лягушке, она оказалась царевна, а «Были» — это когда женился на... царевне, она оказалась лягушкой. А второй... Это твое. Это мой. Второй мой афоризм, который я здесь тоже нашел. О семье. Семья заменяет человеку все. Поэтому, прежде чем ее завести, подумай, что тебе важнее, все или семья. И подпись Раневская, все. То есть люди простые подписывай, люди конечно. Думают, что Раневская-то жила раньше меня. Ну, конечно. А это издательство все... Захаров. Такой издатель Захаров. Да, есть, да, да, издательство да. называется Захаров. Вот он такой бизнес делает на Раневской. То есть, и на тебе, по сути. Была дела, такая Костя. Заметка Раневская в роли Чапаева. Скажи, пожалуйста, но вот у нас, видишь, время стремительно нашей программы, так сказать, завершается. Может быть, мы что, посмотрим еще один фрагментик. Давай посмотрим, потому что... И потом закончим. Это Юрмала, по-моему, 2008 год. Замечательно. Да. Будьте любезны, покажите, пожалуйста. Ну, я вижу, у вас хорошее настроение. Сейчас я вам его постараюсь не испортить. Вам что прочесть, смешно или прилично? Прилично, я понял. Но вы знаете, я всю жизнь пишу такой самоучитель, как самому стать джентльменом. И вот несколько таких афоризмов. Если гости скучают, джентльмен всегда расскажет им анекдот. А если они не уходят, он расскажет его еще несколько раз. Знаете, все по-разному реагируют. Вот кто-то сказал «понятно», кто-то засмеялся, кто-то захлопал. Такой афоризм. Руку и сердце предлагает даме тот джентльмен, который не может ей предложить ничего другого. Если джентльмен назвал даму дорогой, значит, ему нужна дама подешевле. Такой афоризм для супругов. Если джентльмен подарил жене цветы, значит, его дама не пришла на свидание. Джентльмену всегда больно смотреть, как женщина тащит тяжести, но он превозмогает боль. Джентльмен всегда проводит жену на поезд, если хочет убедиться в том, что она уехала. Если в поезде у дамы верхняя полка, а у джентльмена нижняя, он всегда ей поможет залезть наверх. Знакомая ситуация, да? Если джентльмен называет даму ласковыми словами, значит, он забыл, как ее зовут. Джентльмен всегда пропустит даму вперед, если разрез на ее платье сзади. Ну, такое часто мы и в Юрмале наблюдали. Джентльмен всегда благодарит врача до операции. Иначе не успеет его отблагодарить. Джентльмен всегда вытрет о половик ноги, прежде чем стучать ими в дверь. Я, вы знаете, хочу вам показать, как стряхивают пепел джентльмены разных стран.
Ну, английские джентльмены стряхивают пепел вот средним пальцем, вот так вот, с сигареты. Американские джентльмены всю сигарету, вот так вот. Ну и наши. Смешно, да? Ну, ты знаешь, не то, что смешно, а просто замечательно, что вот ты в такой, извини, хорошей форме. Я смотрю, что у Иванова ты выступал там в 1984 году, что на Юрмале в 2008. Вот как тебе вообще, Костя, удается быть в такой хорошей форме и все время что-то изобретать? Вот я смотрю на столе, у тебя стоит, лежит, вернее, календурь. Календурь, который... да, я его тебе подарю в самом конце передачи. Я тебе просто отвечу на вопрос, что многие шутки 30-летней давности. И что интересно, люди смеются так же, как и 30 лет назад, потому что у меня общечеловеческий юмор. То есть природа человека неизменна. Человек не меняется, что при социализме он был, что при капитализме. Нет, я говорю, что у меня общечеловеческий юмор. Я понял, понял. Вот, да. Вот и все. То есть универсален для индейцев наваха, и для аргентинцев, и для русских. Да, 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 да. Потому что вот Жванецкий, например, я еще на 5 секунд тебя перебью. Вот. Он, например, приезжает, некоторые шутки социальные, вот наши, советские, не понимают, ну, не то, что американцы, а наши иммигранты, старики, они забыли реалии Советского Союза. Прекрасно, что ты помнишь. Костя, ну что, вот этот календарь. Вот, я знаю, что он продается у тебя в Доме книги, в Буквоеде, в Питере. Да, вот такой календарь. Замечательно вообще придумано. Я его каждый год выпускаю. Масса подделок, вы им не верьте. Там все вранье, все неправильно, моей фамилии нет. Вот я тебе дарю, Коля, и с благодарностью, что ты меня пригласил на свою передачу. Январь, февраль, сейчас у нас кошмар, потому что все ждут весну, а у нас... Весны нет, то есть ты оказался таким провидцем, Костя, между прочим, да. Таким я бы сказал. Скажи, пожалуйста, ну вот ты как изобретал этот, Менделеев во сне изобретал таблицу свою, а ты где изобрел этот календарь? Ну я, кстати, джентльменов тоже во сне, я буквально 5 секунд, чтобы не отрывать от тебя лишнее время. Мне пришло в голову октябрь и ноябрь, два месяца, вот случайно, и я остальные 10 придумал буквально за считанные минуты. Костя, спасибо, дорогой, за то, что ты нашел время в своем трудном джентльменском, так сказать, пути заглянуть к нам, завернуть на огонек в программу «Царскосельские встречи». Спасибо, друзья, до новых встреч в эфире. Спасибо, Константин, удачи, ура, ура. Всего вам доброго.